Всем здорово. Здорово. О. Так, надо посмотреть задание. Найти Брудер 1. В башне Брудер 1, находящийся около маленького Бердина, расположен штаб гестапо. Что? Все, окей. Че? А, так, это я выбрал. Теперь я хотел посмотреть. Че? Голова болт. Так. Еще увеличить максимальное здоровье, быстрее трупы, вы находите больше боеприпасов. Прокачать. Так. Это мне не надо, увеличить максимальное. Так, мышцы. Чего? Ага, нельзя прокачать это. Так, все, ладно, оружие. Так, пистолет. Расцветку сейчас выберем. О, прикольно. Только у меня что-то средств не хватает. Ну ладно. Так, вот так вот. Ну, давай вот в этот. Ручка. Рифленая ручка, облегченная ручка. О, увеличивает урон, давай ее прокачаем. Отлично, дуло. Увеличивает урон, повышает скорость стрельбы. Увеличивает урон, давай урон. Так. Магазин. Тоже на урон. Прям я сейчас все на урон. Так, ствольная коробка. Урон увеличивает тоже. Давай его. Все. Очки какие-то странные. Бомбенхуд какой-то. А это вот собака, вот это заминированная, блин. Ладно. Привет. Погнали.
Так. Надо патроны взять. Я чую, тут рядом бродят нацисты, Джесс. Так, что, пойдем? Так. Оружие. Так, так, так. Дуло, дуло, дуло. Прицел. А, я его не в это. Апгрейд, в общем, еще не делал у этих оружий. Так, дуло. Оптический прицел переключаем. Так. Тоже оптически. А, да ладно. Ну ладно. Я для дробаша этого не оптический прицел не приобрел еще. Так, он народ уже там, нет? Нет, пока. Оп-оп-оп. Пошла жара. Этот беспилотник отправляется в Так, так, так. Где кто шмаляет? Беспилотники, да? Так. Нам нужен пароль. Найти Брудер один. Держать, Софи. Молодец, сестра. Так, надо задание еще раз посмотреть. В башне Брудер 1, находящейся около маленького Берлина, расположен штаб. Проникнуть внутрь мы должны найти и открыть главный сервер, чтобы Эбби смогла взломать и добыть данные лаборатории X. Бешеные ворота охраняются. Башенные, бешеные. Если вы, если не найдем другую дорогу, придется использовать фирменные таланты семьи Бласковиц, чтобы попасть внутрь. Интересно. Так, я предполагаю, что нам туда надо. Ты
Так, 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 нам, наверное, сюда надо. Да, нам точно сюда надо. Так. Закрыто. Так. Фотик, фотоаппарат. Так, понятно. О, напугал. Завалил его. Готов. Кто, кто шмаляет-то? Сверху, что ты, ты кто такой? Нифига себе, побегаю. Лови обратно свою гранату. Зараза, вон сверху не стреляет. Готов, что ли? Какой зараза? Спасибо. Так. На, меня подстрелили. Откуда? Отходим, отходим. Гранатом там летят, вижу. Так, надо вот эту херню убить. Я
завалили. Где там Зол? Мне помощь? Блин, сбоку там стреляет, надо эту завалить. Вот эту хрень, да? Я снова в деле. Сейчас мы ему строим. Блин, надо в засаду быстрее, бежим в засаду. Снова в бою. Пусть подходят. Блин. Так. Патронов нет, ничего нет, отлично, блин. Погнали, чё. Да откуда вот шмаляет, не вижу, блин. Этот технологик отправляется в утиль. Все, кончился, ну ладно. Как я не люблю эти, блин, турельки, блин. Слушайте, девчата, рядом с вами автомобиль важного человека, которого необходимо устранить. Найдите ее и заминируйте. Удачи, сестры. Понятно. Так. В той стороне. О, дверь какая-то, можно пройти? Нет. Так. Нам туда надо. От собак валить. Я займусь
отдыхай. Так, вот тачка, надо ее заминировать. Суперсолдата надо убить. Ишь ты. Готов. Бери быстрее, блин. Патроны. Так, надо тачку минировать. Быстрее. Машина заминирована. Молодцы, девчонки. О, дружище, мы тебя сейчас до конца добьем. Очень мотивирует. Так держать, Софи. Хорошо. Так. Отсюда пришли. Мама, откуда вы? Откуда вон? Блин, что за хрень? Не пойму, откуда стреляет. Эй-эй-эй. Спасибо, Соп. Беспилотнику пора на свалку. Этот беспилотник отправляется в УТИ. Все, отлично, завалили беспилотник. Пароль я не знаю.
Все. Так. Гребаная собака. Блин, охренеть. Сколько у вас тут их, блин? Так. Охренеть, этих суперсолдатов. Зашибись, сестра. Молодец. Этот беспилотник отправляется в утиль. Я помогу, давай. Я снова в бою, Джек. Завалю эту нацистскую мразь. Так, 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 мы в засаде, да? Где-то здесь. Джек, ты справишься. Ну, спасибо. Так. Разные источники донесли тревожную новость. В вашем районе нацисты проводят чистку среди гражданских. Спасите больше людей, лады? Лады. Вау, 3D-очки, это полный улет. Да вообще капец прям. С тобой шутки плохи. Спасибо. Чё, открываем ворота? Эй, Джесс, Соф, когда все кончится, давайте съездим на компьютерную выставку в Канзас-Сити. Ты серьезно? Было бы супер, Эбби. И еще мы с тобой. Это Брудер-1, штаб-квартира гестапо. После того, как в конце 60-х ваш отец убил Гитлера, генерал Лотар Брандт устроил путч, чтобы возродить гестапо.
Он был дерзким, сумел отнять власть у берлинской элиты и СС. Сейчас гестапо контролирует весь Париж. Надеюсь, последние дни. Мы на месте, Брудер-1. Задела, сестра. Девочки, главный вход Брудера-1 заблокирован, и открывается он только изнутри. Однако, судя по этой карте, рядом с вами должен быть вход в тюрьму. Предлагаю проверить. Ясно, Эбби. Так. Живущие враги. Встретив живущего врага, не бросайтесь на него вслепую. Используйте оружие подходящего типа, чтобы сломать его защитный барьер. Найдите уязвимые точки, например, емкости с топливом на спине, и одолейте противника, действуя сообща с сестрой. Угу. Понятно. Так. Интересно, меня сейчас заметят? Да. Прежде чем возьмемся за это задание, нам нужно еще потренироваться. Нас пока не видят. Опа, все. Спалили. Погнали! Вон бочек с топливом у него надо валить. Зараза. Есть. Блин, прячемся. С патронами, конечно, вечная проблема. Все, завалили его. Джесс, выключи всех. Хорошо, Сол. Что есть интересненького? Нет, ничего интересненького. Так. Нам надо вон туда. Я прибью эту нацистскую тварь. Mm.
Так, беспилотник надо завалить. Броню не хочешь починить, Джет? Ты молодец, Софи! Так. Завалили. Ох ты. Спасибо, Соб. Ай-яй-яй-яй, бежим, бежим, бежим. Бронированный чувак. Че, все, у меня оружия нет, охренеть. Да бери уже, давай, ну. Где патрончики взять? Походу мне к доктору пора. Давай быстрее. Давай, 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 отходим, 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 отходим. Два патрона, все, патронов вообще нет. Так. Эй, девочки, вы сейчас у входа в тюрьму гестапо. Там внутри должен быть лифт. Он доставит вас в главное здание. Ищите. Конец связи. Так, лифт, да? Ага, вот здесь вот открылось. Так, нам сюда. Здесь лучше дробаш подойдет, я думаю. Должно быть хранилище трофейного оружия и снаряжения. Найдите его. Вдруг там что полезное? Круть! Спасибо, Эбстер. Так, вон там. А как туда попасть? Лазер крафтерком. Что это такое открыть? Так. Ага, надо наверх. Так. Thank you.
Отлично. Код 12. Так. Код 1265, да? Код 3444 для ящика в архиве. О, лазер-крафтер. Для выстрела нажмите левую кнопку мыши, чтобы прицелить правую. Очень опасное оружие, наиболее эффективное против тяжело бронированных врагов. Оно стреляет мощными лазерами, пучками, которые испепеляют врага и плавят металл. Металлические поверхности, отмеченные желтым полоски, можно расправлять этим оружием. Только посмотри, Софи. Помнишь, папа рассказывал, что плавил этой штукой нацистов? Угу. О да, я обожала его рассказы. Так. Отлично, так, все взяли. Все, открыл. Так, ладно. Так, патроны не бесконечные, поэтому мы пока возьмем другое. Дробаш. Так. А. Все, я понял. Вон то. Чучело нам надо будет мочить из этого пушки. Так. Так, вроде все взял. Так, все, пора наверх. Лифт за этими воротами. Нам нужно к нему попасть. Разберусь, ладно, все.
Так, надо попробовать вот этой пушечкой. Патроны кончились, понял? Этим я займусь. На, нафиг, подскользнулся, ёпт. Жив. Все, ухай до полову. Я в норме. Все. Эй, за мной, дружок Джесс. Хоп, хей, на-на-ней. Я в тебя верю, сестра. Хорошо. Так. Вроде пункт управления. Круто. Софи, будь добра, помоги. Открыто. Идем, Арт. Блин. Нафиг я эту пушку потратил на него. А, она со временем сама пополняется. Я понял. Крутая пушка, она со временем сама восстанавливается. Так. Так. Оп, кто там? Все чисто, пока чисто. Девочки, по вас сразу. Они там ругаются между собой. А, патрон, конечно. Оказывается, главный сервер этой башни расположен в архиве гестапо на самом верху. Доберитесь туда. Сейчас доберемся. Thank you.
Das wegen dieser Terror. Was ist? Ja! Glaubt ihr wirklich, wir kämen nicht mit zwei kleinen Rotzgirren zurecht? Was? Так, застрял, застрял. Собаки. Отдыхай. Так. Я вынесу суперсолдата. Ты нацистов подрушил, как последний раз, Джек! Беги меня в другую позицию! О, да! Вот это точно наш размерчик! Так, войти в архив, да? Вон он, архив-то. Эй, лифт вот здесь. Только нам нужен код для этой панели. Поняла. Сейчас глянем. Ну все, я подлечилась и готова к бою. Отлично, а код какой? Пароль надо искать. Раздобыла код. О, класс. Расшифруем. Так.
Нам не сюда. Вон туда надо, наверх. Теперь. Четыре, три, пять, один. Четыре, три, пять, один. Все окей. О. Я нашла какой-то текст. Так, все. Бежим туда. Четыре, три, пять, один. Сестры, вы приближаетесь к офису Гестапо. Лифт, ведущий в архив, должен быть где-то рядом. Вперед! Так точно, Эбби. Устранили. Так, а как войти в архив? Он выше, что ли? Он выше, по-моему, надо что-то. Он выше архив находится. Вот он, Соф. Это наш путь к архиву.
Ага. Практически на месте. Охраняется. Заберите ключи у коменданта в башне и откройте мне доступ к главному серверу. Удачи! Так. Забрать ключи от главного сервера, да? Охренеть! Что за... Вот откормили-то, а? Это кто так сделал? Нифига себе. Я так думаю, надо вот эти, наверное, уничтожать, да? Нет? Где? Зашибись, сестра! Хорошо! Это у чувака надзвали. Блин, ты заколебала, потому что ты... Давай. Все, он сдох. Клевая би. Вперед. Так. Нет, нет. А как забрать ключи от главного сервера коменданта? Зараза. Быстрее, ё-моё. Обогнал его. Держи.
ключ. Взяла здесь первый ключ. Я нашла второй ключ. Так, да. Вставьте ключи в главный сервер и откройте его. Не вопрос. Мне одной не справиться. Помоги. Компьютер открыт, Эбби. Так, есть! Вошла! Вы молодцы! Уходите оттуда. Все, наваливаем, уходим. Расшифровала фрагменты старого тайного послания генерала Латара кому-то неизвестному в Берлине. Послушайте. Генерал Месса, Sie haben mich gefragt. Was ist Ihre Vision, Lothar? Nun, zunächst einmal geht meine Vision weit über das hinaus, was sich diese Trottel in Berlin vorstellen können. In meiner Vision habe ich die Zukunft gesehen. Über Europa und der Welt braucht sich ein Gewitter zusammen, Herr General. Fluten und Stürme ziehen über die Nationen. Nur ich kann das vorbereiten, was tun wir. Und Labor ist... Есть еще. Просто я не успела его создавать. Уходим, уходим, уходим. Помощь нужна, Сис. Так, пушку берем. А с тобой мама говорила про это самое, ну, понимаешь? О, да. Такой неловкий был разговор. Наши предки порой совсем бестолковые. Задаем жару, сестра. Ладно, Джесс. Куда спешим? Скоро буду. Что, возвращаемся? Кто здесь? Кто-то есть на карте. Так. Так,
А, ствол, 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 ствола нет. Хорошо, Сол. Зараз, со всех сторон. Возвращаемся на базу. Бежим. От этого чувачка завалить, да, сверху? Сейчас мы его завалим. Зараза, все, патроны кончились. Завалили его. Да что ты не умрёшь еще, фига, ты еще живой. Завалили. Такс. Это, конечно, все круто, но надо возвращаться на базу. Внимание! Разные источники донесли тревожную новость. В вашем районе нацисты проводят чистку среди гражданских. Спасите больше людей. Лады? Лады, бежим. Я за ним!
Так, держать, сестра! Ты меня пугаешь! Так, держать, Софи! Спасибо, Джесс! Так, что за лифт? Непонятный. Так. Надо туда как-то пробраться, на ту сторону. Вот тебе и ууу. Так, а чё фонарик-то горит? Он дробаша. Что это такое? Всё. О. А, во, за выход. Залезть можно. А я и не заметил. Всех хвалим. Кто где? Так. Нам надо вон туда. Как туда пробраться? Чуваки, вы свободны. Все, возвращаемся на базу.
Так, не сюда. Сверху, что ли? Сверху, наверное, полюбас на он. Быстро бежим на базу. Так. Девчонки, у нацистов намечается собрание недалеко от вас. Проберитесь в конференц-зал и поставьте микрофон на телефонный аппарат. Попробуем добыть какие-то сведения. Удачи. Так, установить микрофон для прослушки. Задача. Зараза. Кстати, нам не сюда. Зачем я сюда пришел? Надо на ту сторону. Нам надо вон туда. Так, топорик. Куда-то сюда надо. Вот в этом здании, что ли, я что-то не понял. Что микрофон для прослушки. Точно, фига себе. Жучок установлен. Молодцы, девчата. Так. Что дальше? Типа возвращаемся на базу? Или что?
смотрю, и ну ты вообще. Так. Задаем жару, сестра. Молодец, сестра. Так. Я не пойму, что мне дальше делать. Все, во, в метро. В штаб. Привет.